Отвечаю на вопросы подписчиков. Здравствуйте, я пенсионер. Хотел бы приобрести квартиру в Горячем Ключе. Какой район посоветуете? Из приоритетов лес, спортивные сооружения и сетевой магазин или рынок. В этом году необычно холодная погода осенью, в сентябре, в начале сентября. Поэтому по утрам я развожу камин, чтобы несколько проветрить дом и нагреть его. Исходя из поставленного вопроса, лучше всего подходит район, который находится рядом с озером. Здесь по утрам проходят различные тренировки, собираются люди, которые озабочены своим физическим развитием, пенсионеры, молодые, женщины, мужчины. И, конечно, хорошо, если вы будете жить непосредственно рядом с озером. Скажу так, что многие тренировки, и вообще мне неудобно по утрам ездить на озеро, потому что до него на велосипеде мне около 15 минут езды. И пока доезжаю, я или потею, или в холоде добираюсь. Я пробовал несколько раз ездить, но оставил эту затею. Вторая вещь, о которой нужно иметь в виду, это горки, то есть пенсионер. Пенсионеру лучше передвигаться по прямой, то есть без каких-либо горок, чтобы не иметь возможности там какие-то проблемы со здоровьем иметь. В принципе, под это описание подходит практически весь Горячий Ключ, за исключением только, может быть, районов горных, но там нету квартир. И также не подходит развилка, потому что с нее нужно добираться на автобусе. Ну, может быть, ничего так, но если у вас есть велосипед, то вам гораздо проще будет экономить на общественном транспорте, который, по-моему, сейчас стоит 17 или 18 рублей, на память я не помню. Озеро находится рядом со стадионом, стадион открыт, в принципе, там постоянно кто-то бегает вокруг этого стадиона. И, в принципе, другая развлечение – это ходить с палками по бульвару. Опять-таки, не помню на память расстояние этой аллеи, по-моему, около 3 километров. И в скобках замечу, если вы решите воспользоваться помощью риэлторов, обращайтесь, я вам дам совет на толковых риэлторов. Сам я недвижимость не продаю, у меня нет удара продажи недвижимости. И если у вас есть вопросы, задавайте, и я в подобной, как сейчас, в манере, вам отвечу на них.